А вот вчера было открытие елки. Вот сегодня, видишь, какой день хороший, солнечный. Прямо открытие елки, красота. Вот такую горку построили. Ну где-то минус 25, наверное. Ощущается, как минус 35. И с Новым годом уже нарисовали. И елочку поставили. Так что прям все красиво. Вот, лошади катаются. А вот надпись с Новым годом. Видишь, с Новым годом. С Новым годом. Здесь очередь даже, ты посмотри, сколько людей. И никому мороз ни почем. Теплотища, тепло, бесплатно, без очереди. О, 4 горки сделали, молодцы.